Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это «Жизнь после» или же «Days Gone». И мы продолжаем это замечательное прохождение этой шикарной игры. Мы в прошлой серии настолько, блин, очень длинные миссии иногда в игре бывают, что я не укладываюсь в серию записать эту миссию. Поэтому на прошлое, хотел сказать вчера. Для тебя-то это неизвестно, вчера было или нет. Прервались мы на... Вот, да, на этом моменте. Тихо. Это мы уже все видели, это у нас было. Это мы знаем, да, там, Джим. У нас, Джим, выбора нет, Джим. Не заставляй. Прости, Джим, да. Так, вот. Слушай. Слушай, это я сейчас это... Ага, позвоню Букарю, Букарю. Вот, и тут мы остановились. Посреди миссии. Так вот, нам сейчас нужно отключить питание. Я не уверен, что это хорошая идея, кстати. На самом-то деле. И, ну, типа, я бы этого не стал делать. Почему? Потому что... Генераторная. Наверняка вот это здание. Приближать можно. Опять вороны. А. Черт. Подожди-ка. Ну все. Так вам. Горите, твари. Тихо, тихо. Лови! Еще есть? Или что, или это все? Ну лес уже. Ну ладно. Окей. Где-то есть еще? Ну она вон летает, значит где-то еще как будто бы есть. А по карте. По карте хер отобразится, конечно же. Оно обычно на высохших деревьях. На этом я не вижу гнезд. Еще вот только это высохшее, но тут тоже не то гнезд. Теперь осталось вскрыть дверь. Тогда вскрываем. Так вот, а зачем выключать электричество, когда так здесь... трудно. Можно просто придумать пароль, сказать его Бухарю, и все. И он зайдет. И при этом это все будет защищено. А сейчас это как бы вообще нихуя не защищено, если честно. Вроде бы все. Максимально, короче, хуевая идея. Я, ну, лично мое мнение, опять же, там. Дикану Сан-Джону виднее. Бухарь, это Дикан. Прием. Бухарь охереет сейчас. Лагерь Лос-Лейк. Меня слышно? Дик. Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Iron Butte, где упокоители. Короче, ты понял, какой. В общем, здесь есть еда. Много еды. Кукуруза. Скажи Рике, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты ее нашел? Ты нашел Сару? Да, Бухарик, я ее нашел, да. Это охрененно, Дик! Когда привезешь ее к нам в Лос-Лейк? Нет, я долго объяснять. Давай потом. Дик. Да. Скажи ей. Скажи. Берегите себя. Хорошо. Бухарь. Бухарь, Бухарь. Я скучаю по Бухарю. Вызываю очень лагерь, сильно. Охерительный персонаж был. Черт. Лос-Лейк, прием. Рики, отлично, слушай. Дик? Да, да, это я. Короче, тут... Я надеюсь, ты не слышишь, как у меня сверлят. Майк сказал, ты не вернешься. У меня мало времени. В общем, тут есть... Ты ее нашел? Да, да, нашел. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. А. Да, в общем, слушай, тут есть одна ферма, электричество,
Ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря, это где Сара работала? Рядом с Iron Butte. Он знает, где это. Приезжайте, тут еда. Тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого мать поставил начальником охраны. Хорош! Наш братишка. Хотя, ладно, Рики, мне уже пора. Пока, Дик. Знаешь что? Подожди. Помнишь, ты сказала мне про свечку? В общем, ты была права. Я знаю. Что про свечку было? Пока, Рики. Что было про свечку? Я нихуя не помню просто про эту свечку. Сент-Джон, говорит Коури, где ты? Мой боец доложил, ты проехал через его пост у перевала Тилсон. Да. Капитан, в Iron Butte есть научный центр. Саре, лейтенанту Уитакер потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полковник хочет знать, почему вы еще не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. А что, она на связь не выходит? Ты с ним поговорил? С Бухарем? Да. Да, да. Сказал ему, что у нас все в порядке. И что ехать пора. Нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Не знаю. На вид дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Все, поехали. Она так спросила, и что думаешь? И тут как раз нам показали развилку, типа, либо в Lost Lake поехать, либо обратно к себе. Ну как, к себе. К Саре. Мне, кстати, в комментариях кто-то написал, что эта игра считается провальной. И прикинь, этот шедевр считается провальным в прокате. Жизнь, блядь, несправедливая, пиздец. Я так понимаю, мы в бурю попали, да? Ну да. Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь. Ох, с рукой да, прям... Секунду. Ручки неприятные, смотрю. Я вымокла до нитки. Извини. Я думала, что никогда не согреюсь. Да. Ты вроде хотел поесть? Да. Да, сейчас. Да. Есть-то не хочется. Да, мне тоже. Замерзла? Иди сюда. Она, кстати, она наконец-то умылась, прикинь. Ну все, ну хватит нам лобазаться, ну елки-палки, ну мы уже поняли. Ой, какая музыка такая, знаешь, прям... А нас там сейчас... О, да, мы едем, все нормально. Нас там сейчас полковник ругать будет, скажет. Ёб вашу мать, да куда, да как, да... Чё вы вообще, елки... А чё у него опять лицо грязное?
Не понял. Ай, музыка, кстати, блядь, вот опять, сука, наверное, с авторским правом, да? Опять мне YouTube скажет, вот как, вот, сука, блядь, у, сука, блядь, скажет мне YouTube. Надеюсь, нет. Что ты? Десять еще потом. Ну, блин, ну да, миссия длинная была. Плюс доверие. Знакомое лицо. Бомба снялся. О, дистанционная бомба. Деталь, знакомое Привет. Лицо. Опа. Где там у нас буковка? Так, ближний бой. А что нам надо? Снижение расхода сил при перекатах. Это давай. И доступный пятый. Бахнуло на улице. И доступен уровень нам новый. Так. Починимся, заправимся для начала. Сент-Джон, а. Прием. Да, капитан. Капрал Сент-Джон на связи. Возвращайся в штаб. Немедленно. Я жду тебя в лазарете. В лазарете? Что случилось? Произошел инцидент. Я еду. Ну, он пошел. Ну, что еще? Лейтенант Уитакер, вы на связи? Черт. Сара! Сара, ответь! Ну что ж такое? Если хоть кто-то с ней хоть что-то сделал. Вот, прошу. Вот другое дело. Сделаешь меня миллиардером, да? А, ладно. У меня там коротыш. Коротыш. Ну, до встречи. Что-то, блядь, вот это моя вина. О, не надо, не надо мне такое. Мне не нравится название миссии. Мне вообще не нравится. Иди, иди. Что такое? Что происходит? Капитан? Что случилось? Доктора Хименеса убили. Что? Что? Этот подонок. Ах ты, господи. Перерезал ему глотку. Где Тейлор? Он... Тейлор что-то видел? Все препараты пропали. Тейлор. Это моя вина. Я назначил его в лазарет. Нет, 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 я не об этом. Тейлор наркоман. Ты знал? Подозревал. Хотя не важно. Уже нет. Блять! Блять, ебучий Тейлор, но неужели это ты, придурок, сделал, а? Да ну нет. Что у нас там по миссиям? Связаться с Бухарем? А где это, далеко? Мне нам надо связаться. Не сильно далеко. Давай сначала прокатимся. Мне просто очень интересно, что как с ним можно поговорить. Капрал Сент-Джон. Это я, да-да, я. Фокс. И все. Никто ничего не заметил. Алло, Плюхарь, это ты? Капрал Сент-Джон вызывает капитана Коури, прием. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Ну еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Ух ты. Слушайте, Тейлор, блядь, вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Тейлор, Тейлор, какой же ты еблан, а? Надеюсь, достаточно высоко.
Бухарь, это Дикон, ответь. Лагерь Лост Лейк, меня кто-нибудь слышит? Дик? Дик, это ты? Тебя почти не слышно, связь прерывается. Ты где? Далеко. Не поверишь, у Крейтер Лейк. Слушай, я... Рад тебя слышать, брат. Я думал, может, ты собрался обратно. Нет, пока нет. Тут все сложно. Слушай, я просто... просто хотел узнать, как там у вас дела. Хорошо, у нас все хорошо, Дик. Ни за что не угадаешь, кого старик назначил начальником охраны. Тебя, что ли? Ага, меня. Наверное, подумал, раз у меня всего одна рука, и проблем будет в два раза меньше. Ну да. В общем, я просто хотел узнать, как ты. Спасибо, я рад с тобой пообщаться. Да, я тоже. Так, ну все, погнали обратно. Поехать. Я не хочу в петлю. Да, мне уже, если он будет там что-то... Капрал Сан-Джон, ты мне нужен. Жду тебя в Diamond Lake. Вас понял. Я буду как смогу. Сначала мы съездим за этим идиотом. Ёбаным придурком. Ну, дебилом. Ну, дебилом, блядь. Я не знаю, как еще сказать. Убить? Капрал Сан-Джон, слышишь? Да что такое? Ты мне срочно нужен. Жду, как только сможешь. Хорошо. Полковник! Да, конечно, сэр! Отбой! Дорог-то. Так, ага, угу. Угу, ага. По пути зачистить бы, да? Наверное, надо. Ну, будем по пути чистить, а что еще делать? Это радиосвободный Орегон. Правда освобождает. Блять, Коклан, ты еще и здесь меня достал. Что случилось? Идеи о глобальном заговоре вызывали у всех только смех. Теперь никому не смешно. Такая хрень по всему. Нужно сжечь оставшиеся. И в Индии. Сэнджон, ты слышишь? Да, Уивер, слышу. Блять. Эй, зови меня, Джим. Слушай, я тебя не благодарю. Слышь, не закончил. Я просто выполняю приказы. Давай. Все равно спасибо. Я ценю, что ты таскаешься водичей. И, кстати говоря, напалм у меня почти готов. Скоро поможешь нам испытать его в деле. Да, хорошо, Уивер. Джим, да, помогу. Вы чё? Ебать! Подожди, подожди, подожди. Вот. Ну что, а винтовочка, походу, это. Чё ты, блядь? Это такая неправительственная контора. Перелёг, работяга. Радиющая за развитие сотрудничества между Северной Америкой, Западной Европой и Японией. Развили, ничего не скажешь. Выбрали места, по которым пришёлся первый удар. Но кто-то предал Америку. Не подумайте, ООН я тоже со счетов не сбрасываю. Они годами потворствовали террористическим режимам. Может, они и сейчас преспокойно продолжают собираться. Просто без нас. А наши бывшие друзья заняли наше место в совбезе. Судите сами. Конечно, все это замутили в Неро, но без помощи извне развязать такое невозможно. С вами Марк Копленд, это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Кто знает, Коуп. Какой-то век ты прав. Расскажи, я тебе что ли закрывали в Ковердейле у тебя под носом. Тебя бы удар хватил. Так, подожди. О, неужели? Винтовочка так работает? Тогда вообще вопросов нет, мы ее оставляем. Еще одно, погнали. Еще одно это, вот это?
Погнали, это ты классно придумал, Дикон. Так у нас жечь нечем, понимаешь, в чем проблема? Я так понимаю, мы на обратном пути это сделаем, а сейчас все-таки погоним на лыжную базу, потому что... Потому что, ну, блядь, нечем нам жечь, что поделать. Быстренько проезжаем. Хрена тут нету. Бензин, но он нам вряд ли поможет сейчас. На обратном пути надо будет не забыть заправиться. О, угу. Капитан. Ну, эти следы свежие. Ожидаю. Это здесь. Что тут у нас? Все, не уйдешь. Найду тебе применение. Мне надо попасть внутрь. Это люди! Укрытие! Ты попал! Надо всех их обыскать. Потому что мало ли у кого-то молот, у кого-то соляра, может, это есть. Керосин, как его там. Аптечка. Не то, но пригодится, ладно. Тоже, кстати, у меня вообще его нету. Что я делаю? Подушка безопасности, что? Труба. Еще только пиво, это все не то. Не идет. Ну, естественно, заперлись и сидят. Не, 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 там в другом месте есть топливо. Раздражаете, а? Чё? Бензин. Хорошо, как вам попасть вот тут через верх? Нет, нихера. Еще трофеи. Так, а что мы тут ищем, Дикон? В здании это мы были. Нихрена тут нету. Цепь, по цепи залезть, я не знаю. Походу нет. А как? Ну, здесь тоже закрыто, да, очевидно? Заперто.
Естественно. Блядь, где ты пиздишь, сука? Раздражает меня. Как сюда зайти? Здесь? Так, в общем, это все хорошо, а где он выпал-то? Вот здесь, да, я так понимаю? Ага, вот он. Выкатился жмых. Тейлор. Дикон Сент-Джон. Как дела, Тейлор? Облажался я, бро. Не хотел я его убивать. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Надо было думать головой, а не жопой. Я не хочу в петлю. Эй, слушай меня, Тейлор. Тейлор. Да ты дрыгаешься, Уэйт. Обсираешься, а эти будилы стоят по стойке смирно и ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Дик, не дай меня повесить. Я прошу. Ладно, Уэйт. Тяжелая судьба у него. Обсадит его до смерти, я так понимаю. Ну да. А ведь хороший парень. Дурак только. Дурак. Жалко его. Сент-Джон! Я здесь! Передоз. Вот черт. Неси его наружу. Ладно. Плевать, что человек натворил. Фрикам тела не оставляем. А, да, есть еще. Лучше бы мне молотова дал. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Да и хуй его с ним. Дока жалко. И этого типа... Ну вот придурок, а! Да там, блядь, полутаться дали бы! Ну? Нашли его уже мертвым. Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение.
как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Жалко Дока. И этого чела тоже жалко. Дурак, конечно, придурок. Из-за него Док умер, но... Так, ну что ж. Давай вот здесь вот так вот сделаем. И продолжим с тобой, как всегда, в следующей серии. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик и оставляй комментарий. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока.